Смотрите, команда Мегафон. По игре начинали минус один. Вымотались, сейчас до сих пор дышаться не можем. Мы так 2-0 вели, потом ослабились, пропустили нервную концовку, все обеспечили. А так, тогда состав выровнялись, вроде даже с преимуществом играли, удерживали, играли на удержание, мяч, владение мячом. Но в конце уже на контре не успевали соперника. А так 3-2, победа, идем дальше. Спасибо большое.